Итак, начнем с предварительных итогов выборов. На 11 часов утра Центральная избирательная комиссия на эту минуту обработала данные с 1057 участков. Всего на этих выборах в Латвии и остальном мире было организовано 1078 участков. По этим обобщенным данным на выборах в 13,7 побеждает партия «Согласие». У нее 19,91% голосов. На втором месте финиширует партия КПВЛВ и немногим более 14% голосов. В тройке – новая консервативная партия, которая до сих пор не была представлена всеми. У нее 13,6%. Следом идет объединение для развития «За» – чуть больше 12%. Это тоже новое, созданное перед этими выборами объединение. У национального объединения, которое входит в нынешнюю коалицию, чуть больше 11% голосов и пятое место. На шестом по итогам выборов «Союз зеленых крестьян». Партии, которой пока принадлежит кресло премьер-министра, совсем немного не хватило до 10% голосов. И, наконец, последней, седьмой партией, которая, скорее всего, пройдет в Сейм, станет «Новое единство». Почти 7% голосов набирает эта партия. В пяти избирательных округах тройки победителей выглядит следующим образом. В Риге это «Согласие» 30,61%, для развития «За» 13,37% и новая консервативная партия 12,16%. Видзема первое место у новой консервативной партии 16,28%, второе у партии КПВЛВ 14,37%. Третье для развития «За» 14,08%. Латгала вновь побеждает «Согласие» 35,73%. На втором месте «Союз зеленых и крестьян» 13,93%, то есть почти 14%. И на третьем «Русский союз Латвии» 10,62%. В Курземе победителем стала партия КПВЛВ 20,29%. Второе место у новой консервативной партии 15,06%. Третьим стал «Союз зеленых и крестьян» 14,27%. И, наконец, тройка победителей в Земгале выглядит так. КПВЛВ 18,76%. Первое национальное объединение, второе 14,32%. Третья новая консервативная партия 14,08%. Напомню, чтобы попасть в Сейм, партии должны были преодолеть 5% барьер. По тем результатам, которые доступны на данную минуту, остаются за бортом 9 партий и объединений. Но ближе всего к заветной черте подошли 3 партии. Это Латвийское объединение регионов, у него немногим более 4%. Затем Русский союз Латвии, более 3% голосов. И партия «Прогрессивные» 2,5%. Остальные партии не набрали и 1% голосов, в том числе представленная всеми партия Ингуна Судребе «От сердца Латвии». Последнее место на этих выборах заняла латвийская центристская партия. У нее чуть больше 0,1%.